Продолжаем смотреть гвардию против игроков. Тима номер 5, в составе которых находятся Кис, Смайл, Лив Биг, Тоха, Файрфлай, Блонди и Дедмаск. Вот так вот. Состав команды игроков у нас уже определился. Это BGS Yes, потом BGS Extreme, куча у нас людей с клана Русские Медведи. Потом у нас DS Win, Крамск, как-то я не знаю, не успел дочитать. Ну что ж, карта Взрыв в городе и еще одни претенденты на получение приз на 7 дней. Да, мы видели, там все очень круто. Кстати, вот Скар Элрикон, купон тяжелый бронежилет. Все это очень нужно. Ну, как сказать, может кто-то не любит, конечно же, оружие, но броня, вы чего, это же святое. Ну, смотрим. По тактике я стал на мосту. Firefly, Big Toho пошли тоже на мост. Сейчас будет перестрелочка, давайте посмотрим. Оп-оп-оп. Firefly, ну, понятно. Что за вот такая вот перестрелочка тухлая? Ну где? Где у нас экшен? А экшен у нас происходит на совсем другой позиции, на точке А. Блонди, перестрелка, Вин, ну, двойной прицел тебе даже не помогает. Ну что ты? Что ты творишь? Yes, делает минус Firefly, мост свободен, Вин, минус Дедмаск и Лив Биг Тоха, минус yes, мост снова под власти, как у нас, команды гвардии, и что-то у нас не хочет им просто вот царствовать и там бегать, идти на точку Б, ставить все это. Ну, у нас обороняет точку А, Блонди решается пройти по боковой. Экстремизм у нас очень мертвый такой, так сказать, уже ему одна тычка, и он упал. Блонди тем самым на боковой сливается. Берданчику, Харли, РМ. Подозревает, не подозревает, чтобы Биг Тоха проходит по боковой. Какая-то мышка у меня, кажется, пропала, не вижу. Вот она. Опять я напутал. Надо было Swap Players нажать. И Харли, вы видели сами, как пытался забеждать Лив Биг Тоха на точку А и получил просто вот в щи с берданочки все пули в лицо. Вот так напишет у нас Блонди. Больно, это очень больно. Да. Плюс один команда игроков и вытаскивает у нас первый раунд. Крам стал на боковой, ОВН также будет стоять на двойке, Харли стал на винтах, экстремизм на катушках, мост уже свободен, и экстремизм понимает, что сейчас будут его сзади просто чесать Сеуга. Да, подчесывать ему пердачок. 82 хп, Дедмаск выходит. Ну, просто припарим, или даже с первой тычки, можно так сказать, посадил голову на широкой человеку. Харли с берданки в лицо снова стреляет, Блонди разменивается и мстит за своего тиммейта, остается четверо против двоих, Крам есть... Остается один, да. На точке А. И ВН сливается. Поставляет своего одного тиммейта на город одиночества против четырех командов. О, четырех игроков с команды гвардии. Ох, на перемычке Блонди минусует Крама. 1-1. Винт кто-то пишет. Харли. Ну, смотрим. У нас растекаются игроки. Также на мосту двое. Потому человек с разных команд. В на двойке. Дедмаск у нас на медле. Будет ЕСС встречать. Смотрим. Ну, повернись направо. ХАЕшка летит. Лучше бы ты стрелял в него, чем кидал ХАЕ. Ох, отлично. Брод просто вот отомстил ему за эту ХАЕшечку. Смотрим на боковой. Крам. Промах. ХАЕшка. 55 хп на боковой. Около бочки стоит. Крам. Ну, так сказать, около бочки. Третьего лица чеком. Дедмаск у нас на чердаке. Тут уже беспалевный какой тип. Проходит. Так когда я на тебя уже наведу? Вот. На рейтинге перестрелка. Экстремизм. 14 хп. 56 хп. Дедмаска и Харли спереди. Ну смотри. Главное не забывать, что ты не один на этой карте. Ладно, у нас команда атаки уже ни одного слива. Хотя, что я сказал? Только что сглазил. Харли даблкил с берданочки. Минусует Кисмайла и Биг Тоху. Дедмаск, 56 хп, ну поставь ты плент уже, я не знаю, Вин, кажется, ему не дают поставить плент, и Блонди, Крам, 7200, минусует на перемычке Блонди, Firefly, минусует Крама, Дедмаск видит, ВМа, ну вот, видно, человека убили, ну, так разменялся, минус Дедмаск, Firefly, минус ВН, остается 1 на 1, Харли, Берданка, Firefly, Аук, за Хаммером прячется, боится Берданчика, чего-то ждет Харли, ну, конечно, время на его играет. И ему просто нужно ждать. Да, надо посмотреть под мостом. Именно вот здесь вот. Ну, поставь ты плент и отсиживайся уже. Если посмотреть от третьего лица, то...
Чё они делают? Этот каждого угла боится и просмотрел все. Сейчас он просто потратит на это все время. Просто поставь плент, и если убьет, то с Богом. Бомба была установлена. Поставил плент, наконец-таки. За рефрижератор встал 60 хп. С берданки просто одного выстрела. О-хо-хо, просто он перевернулся раз 500, наверное, на одном месте. И Харли вытаскивает этот раунд. Бомба деактивирована. Вот так вот. 1-2. Миссия провалена. Начало миссии. Продолжаем смотреть. И там... третий раунд. Четвертый. Дедмас проходит по боковой. Блонди на заднем дворе. Также Файрфлай стоит на респе. И Лиф Бигтоха огрызается с Крамом. Но Крам его просто вот казнил. 7200 в голову. И теперь мостик свободен. Ну нет, Файрфлай туда же приходит. Кисмейл на медле. Экстремизм, 100 хп, просаживает голову с одного выстрела. Также Дедмаск забирает Харли. Остается у нас со стороны обороны Крам, Вин и ЕС-ЕС-ЕС. Блонди не понимает, откуда стреляет. Ах, 71 хп, 42, ты на спину, посмотри. Ну, на боковой, вот ЕС-ЕС-ЕС. Подловил гвардейца, и теперь остается у нас 3 против 3. Вот так, Дедмаск, 41 хп. Файрфлай тоже есть коцанный в хлам. 3 хп, и он какую-то бочку просто боится, как не знаю чего. Кисмайл делает фраг по ЕС-ЕС-ЕС, так вот этот маск на боковой не может себе забрать Вина. Победителя по жизни, да, который только что слился. И Дед Маск делает последний фраг, это Крам. Вот так вот, 2-2. Смотрим, у нас команды гвардии решили пройти по видам, по медлу. Также Тоха стал смотреть Тэшечку, ну, чтобы тот задний подошел. Смотрим, Дедмаск, ну, первый выстрел. То есть первый фраг в этом раунде он делает по Харли. У нас ЕС-ЕС-ЕС сидит, обороняет на катушечках. Дедмаск, давай спасай, но нет, Файрфлай просто быстрее забрил его в тушу. Саука, остается у нас трое со стороны команды обороны. Игроки у нас как-то очень, не очень так играют, но кис... Смайл. Не ваншотный человек, мы видели с М200, или с чего там он стрелял. Не сваншотил и тем самым был казнен. Двое человек со стороны команды обороны остались в живых. Ну. Минус экстремизм. А теперь будут оформлять Вина. Ох, вот эта толпа просто на него напала. Толпа просто обезумевших панд. Вот так вот. Смотрим дальше. Кисмайл, Аук на медле. Также смотрим по тактике. Дедмаск на боковой. Тоха стоит на ЦК. Блонди. Ну, что-то там творит на медле. Файрфлай просто отсиживается на респе. Ну, уже отходит на ноль. Харли, двойка. Также Дедмаск уже спереди будет. Что тебе это окно так не задалось? Пострелушечки происходят на карте, но что-то никаких действий особо не происходит, только пульки, гранаты летят, но это все около войны. Смотрим, Харли, ну перестойка, 58 хп, ты должен просто настрелять, да, 3 выстрела, еще один просто отличный выстрел, пам, боковой, Тоха слетает просто задним сальтом и просто в шоке будет сидеть без челюсти своей или чего, куда он там в основном попал. Экстремизм, по Т-шке делает минус Блонди, остается Кисмайл против 5, ну давайте посмотрим, что этот человек сможет сделать с божьим даром, убивать всех Сауга. Этот человек остается против 5. Харли, Крам, Вин, Экстремизм, ЕС-ЕС-ЕС. Винты уже, кажется, спалили. Да, вот минус один уже есть, 29 хп при этом остается, и все меньше шансов, да. Харли просто уже даже одним выстрелом казнит другим. Не знаю, что он еще сделал, но я слышал второй выстрел после смерти. Так, счет 3-3. Игроки у нас не сдаются, отлично отыгрываются. Смотрим первый фраг в этом раунде. М200, Крам, минус... минус мост. Там же есть и Тоха, но Блонди вот нам. От первой тычки в голову минусует Крама. ЕС-ЕС, размен, минус Кисмайл. Кисмайл вот
ХАЕшечка после смерти откидывается и минусует противника. Пишет 2 мост крам, понятное дело. 3 против 3. Позиции на карте, двое на боковой, один на винтах, вин стоит на катушках, Харли в двойке и на боковой экстремизм. Давайте-ка посмотрим за этим человеком. Харли, берданки минус блонди. О, перестрелочка один против двоих, давай казни их. Он просто их казнил, демки мувики, можно записывать. Хотя на 2 фрага что тут записывать. Но все-таки, это было очень классно. Повторяю еще раз, если у кого-то лагает Twitch, есть вторая ссылка, Good Game, там не лагает, это 100%, можете зайти, посмотреть и удостовериться. Смотрим, на мосту крам, его откидывают хаешечками, откидывают от лесенки, и давайте за ним, собственно, и посмотрим. Хотя экстремизм хаешки на точку А, там же на боковой кисмайл. 27 хп, просто показали этому человеку, что даже не обороняйся, иди отсюда. Ну, смотрим, от третьего лица кисмайл, Firefly уже проходит на точку А, Биктоха и Дэдмаск уже хотят пойти на точку Б, и yes, чего-то ждет вот здесь вот что можно тут ждать? Может его нарисовать какого-нибудь противника, хаешка с неба прилетает, чуть ли не взрывается, yes, Firefly минус экстремизм. Давайте, я не знаю, составлю ему компанию и... Хотя, да, все вот уже здесь. Я не знаю, что этот человек сейчас будет делать. Если он сейчас сделает 3 плута, я просто офигею. Тоха минус Вин в двойке у нас. Firefly что-то там настреливает в ширму. Я не знаю, что нам так не нравится. Блонди на бетонке. Все пули в молоко. Но 68 хп, 2 патрона точно попало. Из 30 Тоха сзади сейчас будет подходить. Yes. Казнят этого человека в 3 ствола. Да, 4-4. Смотрим дальше. Если посмотреть от третьего лица, у нас команда гвардии уже все там. Тут почему-то у нас трое делают и двое только точку А. Ну, винты никто не хочет смотреть. Это их дела. Все просто все сместились под точку А. Что-то я тут намутил. Да, нет, все, но не намутил. Харли, open фраг, минус берданочки блонди, Firefly минус Харли, также экстремизм стит за своих тиммейтов минус Firefly, остается второй против 4. Поставили по на точке А, Вина пятерки, 3 стрелка, 2 ствола мид. Оформили Вина. Ну вот, еще и Тоха поддерживает инициативу своих тиммейтов, но yes, просто отчаянно забежал с перемычки и минуснул Дэдмаска. И смайл, боковая, 80 хп, и понятно, что нужно в закрытый. 12 хп, yes. Тоха, ну, я за ящичками, понятно, давайте вот так вот сделаем. Опа-па-па. Че попало на карте происходит? Такой разменчик произошел, теперь поменялись местами и... Ах, казнил, просто казнил Тоха. 5-4. Смотрим. Новая тактика со стороны команды гвардии, они... Сплотились, решили пройти на точку Б. Все теперь у нас пошли на точку А. Экстремизм понимает, идет сюда. И что, первый фраг Дэдмаск сходит, забирает противника. Что происходит дальше? Харли на боковой, тут никого нету. Кого-то там привидение походу спалил. Ну, смотрим, 7200. Тут спитона думает, что заберет противника. Но ни одного патрона, все в молоко, все. Просто пролетел бесполезно. Экстремизм минус блонди. Поставили план точки Б. Трое со стороны команды обороны, со стороны команды игроков. У нас как-то плохо очень играют. Двое по на медле. Экстремизм что-то там творит непонятное. Ну, смотрим. Дэдмаск должен сейчас встретить двоих. Не знаю, он просто прыгает с ножа. Маск спасает этого человека. Ну вот. Не подходи к дроберу с ножом. Можно так сказать. Уже минирует. Остается Тоха. Давай! Тоха делает минус по одному человека, но... Это все бесполезно. 5-5. Миссия провалена. Начало миссии. Смотрим дальше. Так, тактика у нас под точку А. У нас под Джим идет. И кисмайл минус Вин. Также на боковой Харли. Вид противника. 2 выстрела минус. И все. Третий просто куда-то попало. Провернул. Просто там дроп и не стрельнул. Дэдмаск минус экстремизм. Двое со стороны команды обороны остались на точке Б. ЕСЕ стал на медле. И проходить на винтах. Нет, стэшечки. Видим сами, что точку А у нас захватили. И никаких шансов у игроков, кажется, не будет. Но если там какой-нибудь
суперчудо с хилы нереальных убийц, как у ЕСЕС, который минус 0 в тэшке противников, появится, то они вытащат этот раунд в 2-5. Ну, Блонди. Минус Крам, остается один ЕСЕС, и он решается с тэшки выходить. Ох, тох, отличный выстрел по ЕСЕС. Прям в зубы ему дал со своего оружия, и 6-5. Продолжаем смотреть. Дэдмаск решил пройти по медлу, там же Харли СМ-200. Что-то встал, девайс поменял. Вот это рифма, да? На медле встал, девайс поменял. Смотрим, вин. Делает опен фраг, Дэдмаск просто получил по щам на винтах. Он просто нашумел очень сильно, походу, и загрел на себя противников. Экстремизм на точке А, также он тут. Бетоночка, понятное дело, Тоха стоит там. Маковоки, Смайл тем временем делает минус по краму. Харли минус М200. Блонди стоит на двойке, минусует всех, кто проходит по боковой. Трое против троих. Два выстрела в молоко. Успел перезарядиться. Вин тем временем делает минус по кейсмайл. Размен от Тоха. Минус экстремизм. Два против двоих. Я даже не поставил, как Харли только что в двойке минусанул Firefly. Отлично справляется со своим девайсом. И последний фраг это Вин минус Тоха. 6-6. Последний раунд для обоих команд. И кто же его заберет? Смотрим. У нас решили пройти на точку А. Один пойдет здесь. Тут, понятно, ничего не ловит. Тут тоже не знаю для чего. Хотя, если сейчас к нему пойдут, ну, я думаю, на винт. Да, Дэдмаск пошел по винтам. И что, пошли фраги. Дэдмаск на винтах забирает Вина. Теперь остается четверть стороны обороны, и оборона потихоньку рассыпается. Ну, Харли. Харли один пятерых просто стоит, смотрите. Вот это в зубы получил Дэдмаск, просто вот по щам ему стоматолог уже даже не поможет. Харли, 100 хп, откидывает на винты. Там же Кисмайл, отличная хаешка залетает, но нет, не накотал. Маск слетает, человек сразу понимает, что он сейчас будет казнен, и... Зачем человек вот спиной шел к точке А? Смотрим. Один крам против двоих. И что, это будет победа со стороны команды гвардии? Или для игроков? Ну, крам. Если сейчас затащит просто ему, я не знаю, руку пожать можно. Минус по боковой. Нет, размен. 7-6. Команда гвардии вытаскивает эту игру. Вот эти человеки у нас. Крам. 6-12 счет. Просто жесть. Ладно. Пойдемте искать следующую комнатку команды гвардии.